headed right. Well, I got it.
детали для лох. Ставь турбонаддув и не парь мозги. Если хочешь выжать максимум из своей тачки во время... Нитро — это реальная вещь. Закись азота впрыскивается в двигатель и пару секунд... Турбонаддув нагнетает воздух в двигатель, резко повышая его мощность. Поставишь турбо, отрегулируешь мощность на разных оборотах и будешь рвать всех, как тузик, грелку. Сцепление с дорогой и тормозной путь зависит от покрышек и тормозов. Чем лучше резина, тем круче ты сможешь выпендриваться на трассе. А тормоза помогают, когда быстро гонишь, тебя будто вжимает в трассу. Это все аэродинамика, парень. Тебя ждут серьезные гонки, поэтому сперва советую разобраться с разгоном и максимальной скоростью твоей деточки. We'll be right back.
знаменитым